Колодец Иакова, Техас, получил такое название под влиянием библейских рассказов. Вода в колодце настолько прозрачная, что при прыжке в него создается ощущение, будто вы прыгаете в пустое пространство. Глубина колодца составляет около 10 метров. Место, пусть и красивое, считается одним из самых опасных в мире. На его дне расположились ответвления, которые до конца не изучены, а потому не рекомендуется самостоятельно изучать его глубины. Озеро Луис, Канада. Озеро в национальном парке Банф, раскинутое на высоте 1646 метров и имеющее размеры 0,5 километра в ширину и почти 2 километра в длину, ранее называлось изумрудным благодаря своему цвету. Таким цветом оно обладает из-за местной горной породы, которая растворялась ледниками и попадала с гор в озеро. Озеро Брайес, Италия. Расположено оно на высоте 1496 метров над уровнем моря. Его глубина составляет 36 метров. Если тебе интересна данная тема, ты можешь посмотреть видео полностью на моем YouTube-канале Егор Еремеев. И не забывай поставить лайк и подписаться.